С большим удовольствием представляю первое слово Владимиру Ильичу Симоненкову, профессору, который явился инициатором этой работы. Он расскажет про новую научную парадигму в медицине – повышенную эпителиальную проницаемость. Пожалуйста, Владимир Ильич. Добрый день, уважаемые коллеги. Мое сообщение посвящено синдрому повышенной эпителиальной проницаемости. И мы постараемся с вами в этом коротком докладе понять, почему же речь идет о новой научной парадигме. Мне очень приятно подчеркнуть, что эта идея вообще-то была предвосхищена еще Мечниковым, который в 1909 году писал, что всасывание ядов, образовавшихся в кишечнике, усиливается в результате местного их действия на кишечную стенку. Она при этом становится проницаемой как для токсинов, так и для бактерий, которые вне мест своего постоянного обитания становятся особо патогенными. То есть он пишет о проницаемости, он пишет о бактериальной транслокации. Таким образом, уважаемые коллеги, гениальный человек гениален во всем. Но я не могу не сказать еще об одном исследователе. Это очень был скромный, но очень креативный человек, профессор Хэри Шей, который еще в 1957 году вместе с автором опубликовал работу, которую мы цитируем уже, сколько получается, больше 60 лет. Он выдвинул концепцию весов, то есть соотношение факторов агрессии и факторов защиты. Мы в последние годы больше занимались факторами агрессии, но в последнее время наш интерес все больше и больше разворачивается в сторону защитных факторов. Но я также не могу не вспомнить трех выдающихся исследователей. В первую очередь, конечно, сэра Джона Роберта Вейна, который еще в 1982 году вместе с коллегами получил Нобелевскую премию за открытие, касающееся роли простагландинов. И мне с огромным удовольствием хочется представить вам работу, которая вышла в первом квартале этого года в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика». Это первый синдром, то есть первый консенсус мультидисциплинарный, национальный, посвященный синдрому повышенной эпителиальной проницаемости. И мне вдвойне приятно об этом говорить, что сегодняшние докладчики все являются членами этого экспертного совета, и этот консенсус во многом продолжил ту линию, которая еще в 19 году была в такой работе, которая называлась «Коморбидная патология в клинической практике. Алгоритмы диагностики и лечения». Дорогие друзья, можно выделить разные варианты коморбидности. Здесь они представлены. Я не буду сейчас на этом долго останавливаться. Я хочу спросить, а почему так часто у человека возникает внутрисистемная коморбидность, внесистемное проявление коморбидности, межсистемная коморбидность? И еще со времен Дугласа Дроссмана в римских критериях 4 уже обсуждалась универсальность механизмов воспаления и нарушения цитопротекции. И нужно сказать, что многоклеточные организмы и эпителиальные ткани, с одной стороны, каждая клетка является самодостаточным образованием, а с другой стороны, они все взаимодействуют друг с другом. И ключевыми, пожалуй, являются так называемые плотные контакты, которые регулируют парацеллюлярную проницаемость между клетками. И если разрушаются эти механизмы плотных контактов, то парацеллюлярно могут проникнуть не только антигены, но и микроорганизмы. И плотный контакт является ключевым понятием. Это своеобразная сеть, которая оплетает клетку и позволяет ей соединяться с соседней.
Там имеется целый комплекс интегральных белков, но наряду с этим, конечно, важнейшую роль играет и преэпителиальная защита муциновая, которая также обеспечивает цитопротекцию. Возвращаясь к строению межклеточных соединений, вы видите роль и окклюдина, и клаудина, и джап-юнкшен, и так далее. Но я хотел бы еще обратить на один момент, что имеется такой комплекс, как зона окклюденс. И именно этот комплекс обеспечивает взаимодействие с миофибрилами, с актиновым цитоскелетом, который то увеличивает пространство между клетками, то сужает. И нужно сказать, дорогие друзья, что вот этот комплекс плотных контактов обеспечивается и белками зон адгезии, и щелевыми контактами, и плотными контактами. И нужно сказать, что эти механизмы универсальны для человеческих эпителиальных тканей. И с этой точки зрения эндотелиальная система, играющая столь драматическую роль, имеет целый комплекс тех же звеньев, которые мы встречаем в эпителиальных тканях других органов и систем. В дыхательной системе те же плотные контакты. Ну и клаудины важнейшую роль играют. Но есть две зоны, где вот эти два механизма, эпителиальная проницаемость и эндотелиальная дисфункция, облигатно взаимодействуют. Это гематоэнцефалический барьер и почки. В нефронах тоже происходит взаимодействие эпителиально-эндотелиальное. И когда возникает такой типовой процесс, как воспаление, происходит перестройка плотных контактов. Три основных варианта. Открытие, дезинтеграция и перестройка плотных контактов. И во всех этих процессах играет ключевую роль какая система? Цитокиновая. И все вышесказанное позволило экспертам, участвовавшим в написании консенсуса, выдвинуть концепцию синдрома повышенной эпителиальной проницаемости СПЭП как универсального механизма коморбидности и, самое главное, коморбидности эпителиально-эндотелиальных страданий. И посмотрите, по сути дела, если в какой-либо эпителиальной ткани возникает воспаление, то обязательно включается механизм синдрома повышенной эпителиальной проницаемости. А если говорить, например, о бронхолегочной системе и о пищеварительном тракте, здесь еще важнейшую роль играет, конечно, изменение качественного и количественного состава микробиоты, которая, с одной стороны, регулируется эпителием, а с другой стороны, при ее изменении она может приводить к развитию СПЭР. Дорогие друзья, я не могу не сказать о таком выдающемся исследователе, как Андре Роберт. Еще 50 лет тому назад он выдвинул концепцию цитопротекции. Но применительно к теме сегодняшнего доклада, вероятно, нас интересует не цитопротективная терапия, которая представлена здесь во всем многообразии, а эпителий-протективная терапия. И в этом плане, уважаемые коллеги, несомненно, потребность в эпителий-протективной терапии чрезвычайно велика. Вот один из мета-анализов, который показывает, что гастропротективная терапия эффективна для профилактики и лечения язвенной болезни и осложнений ее в виде кровотечения. И среди эпителий-протективных лекарственных средств нужно, конечно, назвать следующее. Это урсодезоксихолевая кислота,
Ну, например, такой препарат, на котором было проведено много исследований в нашей стране, это урсосан. Это такие ингибиторы протонной помпы, как рабипрозол, который обладает прямым действием на муцинную систему. Это препараты коллоидного висмута, которые образуют хелатные соединения, которые покрывают эрозии и язвы. Это пробиотики некоторые, и это рибамипид. Уважаемые коллеги, я сейчас не имею возможности рассказать о всех эпителий-протективных препаратах, иначе меня сгонят с трибуны, а мне сказали, что время очень жестко лимитируется. Поэтому я несколько слов скажу о таком уникальном лекарственном средстве, как рибамипид. Ну, у нас, мы хорошо знаем торговое наименование такое, как рибагид. Если отталкиваться от статьи, которая была опубликована в 2005 году, то в прошлом, 2020 году, мы отметили 30-летний юбилей клинического применения рибамипида, рибагита. Если препарат на рынке 30 лет, если мы его все шире и шире используем, то в чем же секрет его успеха? А в том, что в отличие, например, от мизопростола, который является аналогом синтетическим простагландина И2, рибамипид является стимулятором эндогенной выработки простагландина и доведение его уровня до оптимального. Вот это ключевой механизм. И нужно сказать, что вот в прошлом году вышла статья группы авторов, которую возглавлял профессор Парфенов, и они детальнейшим образом рассмотрели все механизмы действия рибагита. Но в прикладном плане я могу сослаться на схему, которую предлагает профессор Елена Александровна Полуэктова. Она подчеркивает, что рибамипид, рибагид, он действует на все три уровня защиты. На преэпителиальный, на эпителиальный и субэпителиальный. И на все уровни от ротовой полости до ректосигмоидной зоны. Причем вот это положение подтверждается целой серией исследований, выполненных в рамках медицины, основанной на доказательствах. И вот все вышесказанное позволило нам, экспертам, участвовавшим в написании консенсуса, предложить так называемую онтогенетическую парадигму. Онтогенез – это ведь индивидуальное развитие человека, взаимодействие генотипических факторов и фенотипических. Что же она включает? Итак, дорогие друзья, одним из базисных биологических законов функционирования многоклеточных организмов является синдром нарушенных межклеточных взаимодействий. Нарушение межклеточных взаимодействий характерно для всей патологии человека практически. Но частным вариантом этого синдрома является синдром повышенной эпителиальной проницаемости, СПЭП. И нужно сказать, что этот синдром включает в себя как нарушение парацеллюлярной проницаемости межклеточной, так и нарушение трансцеллюлярной проницаемости, то есть через мембрану клетки. И все это приводит к развитию нарушений в плотных контактах и развитию эндотелиальной и эпителиальной проницаемости нарушения. Нужно сказать, что СПЭП, синдром повышенной эпителиальной проницаемости, облигатно сцеплен с таким типовым патофизиологическим процессом, как воспаление. Именно синдром повышенной эпителиальной проницаемости может через транслокацию микроорганизмов, попадание антигенов в субэпителиальную зону вызывать воспаление, так и наоборот, воспаление через цитокиновые механизмы может провоцировать развитие СПЭП.
И нужно сказать, что характер патогенов, которые вызывают синдром повышенной эпителиальной проницаемости, может быть разным. Ну, вот в желудочно-кишечном тракте, например, просветные патогены и пищевого субстрата, и патогенные микроорганизмы, условно патогенные, и продукты их деятельности, которые они вырабатывают, все они влияют на проницаемость слизистой. Может быть, аутоиммунный механизм, запускающий СПЭП, то есть он генетически в основном детерминирован. Ну и, наконец, дорогие друзья, могут быть метаболические патогены. Ну, например, дислипопротеидемия, которая может провоцировать эпителиальную дисфункцию и взаимодействовать с ней. Но, таким образом, дорогие друзья, синдром повышенной эпителиальной проницаемости может быть детерминирован генетически. И такие синдромы описаны. Однако у большинства пациентов речь идет о том, что факторы средовые провоцируют развитие СПЭП. И нужно отметить, что на сегодняшний день единственным препаратом, который обладает универсальным эпителиопротективным действием, является рибамипид, рибагид. И он нашел применение не только при нарушениях проницаемости эпителия желудочно-кишечного тракта, но и при других страданиях, сопровождающихся СПЭП. Дорогие друзья, вот в той статье, которую я вам показывал 2005 года, было написано, что нас ожидают новые открытия в изучении и механизмов действия рибагита, рибамипида и в его клинической эффективности. И если мы посмотрим публикационную активность в PubMed, мы увидим, что интерес повышенной эпителиальной проницаемости, он только нарастает. И мне представляется, что то, что в этом консенсусе мы создали новую парадигму, является существенным достижением, которое будет реализовано в нашей практической деятельности. Дорогие друзья, в цитированном мною ранее документе мы использовали придуманное нами такое латинское выражение. При заболеваниях природа использует универсальные механизмы. И мне кажется, я очень надеюсь на это, что сегодняшний мой короткий доклад позволил вам убедиться, что синдром повышенной эпителиальной проницаемости является а. широко распространенным и б. одним из ключевых механизмов коморбидности заболеваний человека. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Владимир Ильич, за саму концепцию, за саму идею и за такой глубокий доклад патофизиологический.